Снова здравствуйте, уважаемые наши зрители, в нашей студии две очаровательные дамы. Сегодня они, скажем так, завершают свой визит в наш центр. И, как мы и обещали, вот сегодня мы поговорим о том, что же все-таки по итогам их пребывания случилось с их семьями, с детьми, как они все это воспринимают, как они себя чувствуют. И напоминаю, да, Настя, Гуля, вот, еще раз здравствуйте. Ну и давайте поговорим сначала о том, что произошло все-таки у вас за последнюю неделю. Что, какие изменения, идут ли они по нарастающей, чувствуете ли вы, как вы воспринимаете вот то, что за последнюю неделю произошло? Ну, давайте с Насти начнем. По изменениям за последнюю неделю, ну, начну с Андрюши. Давайте немножко погромче. Начну с Андрюши касательно последней недели, да, ну, по изменениям. Андрюша, по-маленькому. Да. У нас Андрей и Андрюша. А, понятно. Вот. У нас, я вот для себя поняла, что внутричерепное давление ушло полностью, потому что он перестал вообще писаться по ночам. То есть Юсефа говорила, что он писается, ты его не ругай, он писается, потому что у него внутричерепное давление. Вот. Повышенное. Да, повышенное. Да, ну, вот. Вообще, в норме тоже есть. Поэтому. Виски у него уже вообще не горячие. То есть, если еще в первые дни под вечер, видимо, уставал или что, горячеватая голова была, сейчас нет. Прости, пожалуйста, а сколько времени она у него была горячая? С какого возраста? С какого возраста? Ну, как я заметила, с полутора лет отклонения, вот так она и была. Она была постоянно горячая. Это сколько лет? Ну, с полутора до трех, в три мы встретили вас. Оно у нас спало фактически на ноль, оставалось только по вечерам, а здесь ушло полностью и по вечерам уже ничего. Yes. Вот, потом из изменений в поведении, конечно, вообще другой ребенок у меня стал, он спокойно идет за руку, он не убегает, если он и убегает, ну, вы правильно говорите, не стоит забывать, что это ребенок, требовать от него как от взрослого, конечно, не стоит. Вот, и, конечно, он где-то убегает, где-то шалит, шкодничает, но в любом случае он понимает слово «стоп», понимает слово «нельзя», «дорога», «остановись», «дай руку». Ему стало спокойно объяснить, что это не твое, что это нельзя трогать. Вот Дамиру вчера купили конфеты, он сразу с этими конфетами побежал. И с таким вот прям «можно», вот смотрит на меня «можно», я говорю «нет, не твое», все, ребенок успокоился, больше не лезет. Раньше это была бы истерика с валянием на полу, поведение. Вот я, Настенька, я на секундочку остановлю. Прям... вот мы об этом не говорили никогда, а вообще я довольно часто, когда провожу занятия со студентами по поводу нервной системы человека, я всегда обращаю внимание вот на что. Что отличает человека от даже высокоразвитых животных? Это возможность анализировать свои поступки. И вот, смотрите, мы приходим к выводу о том, что к нам обращаются и приезжают, в том числе семьи, у которых дети, ну вот есть какие-то дефекты, скажем, кто-то не разговаривает, кто-то там устраивает истерики и так далее, и так далее. Вот. Но основной причиной, скажем так, да, по которому, может быть, даже она и не вылезает на первые, как бы, первые строчки, нет таких жалоб, но получается, что эти дети, они не могут адекватно анализировать свое поведение, они не могут находиться в коллективе, они не могут там выйти куда-то с родителями, они не понимают. И вот меняется-то вот это. То есть ребенок не становится взрослым, он не меняет себя с точки зрения вот своего возраста, а он получает возможность анализировать свое поведение. Вот я возвращаюсь к тому, что сказала. Можно, нельзя, там, скажем, хорошо, плохо, хочу, не хочу. Остановись, иди. Да, да, стоит, не стоит. Вот, то есть он сам решает, что делать. Вот, вот это основной момент. То есть то, что отличает человека от животного, именно возможность анализа своего поведения. И вот я сейчас
дослушаем все-таки, извини, я перебил, и мы вернемся к Гуле по поводу вот этого анализа. То есть основные изменения, да, вот я просто, ну, может быть, где-то за тебя, они как раз и касаются возможностей, то есть для ребенка появилась, открылась возможность именно анализа. Вот чуть-чуть подробнее об этом расскажи. Да, ну, это, собственно, и есть взросление. Да, это взросление, он повзрослел. Он стал, ну вот, понимаете, смотреть в глаза и заглядывать – это разные вещи. Вот сейчас он четко заглядывает с желанием увидеть реакцию, понять, хорошо это или плохо. То есть ему, у него, он перестал существовать в своем мирке. То есть если раньше он жил, такой маленький эгоистичный человечек, который думал только о своих желаниях, топотел ногами, дрался, кусался и орал, то сейчас он смотрит на реакцию родителей, он взрослеет, он умнеет. Вот вопрос о взрослении. Смотрите, то есть здесь мы очень четко должны определиться вот в чем. Вопрос не о том, что он как бы вот взрослеет, растет, вопрос о том, что он просто резко догнал своих сверстников. То есть он просто стал как бы находиться в своем возрасте, в реальном. Да, ну, вот, возможно, вот, еще вот не до конца, но это вопрос просто времени, нужно подождать. Конечно, не забывайте о том, что вы, скажем, да, когда начали работать с Давидом, он отставал не просто, а он отставал на годы. И вот когда он дошел до своего возраста, конечно, вот этот период, он не может перепрыгнуть, он должен до него дойти. Просто он до него доходит очень быстро. Поэтому, но все равно это берет время. Да, безусловно, это нужно, ну, понимать, что не нужно здесь ждать того, что вот все проблемы ушли, и вы забираете другого ребенка. Да, вы забираете другого ребенка, но вот как я повторюсь, да, Валентиной словами, нужно уметь замечать слона. Мы все мамы такие вот хотим вот так. И все не бывает, нужно в любом случае подождать. Без своих усилий подождать, да? Нет, ну со своими, конечно, тоже усилиями, какой воспитательными. Какой? Здесь уже вопрос идет воспитание дальнейшее. Это многие дети думают так, вот они приехали, получили, и как бы все, да, отдохнули, и все. И все, значит, нет, и так нельзя. За них всю работу сделали. Ну вот такие потом, возможно, и говорят о том, что каких-то результатов нет. Потому что, ну, а как же вы хотите, ребенок это же не растение. Воспитывать, заниматься. Да, вот, Гуля, давай мы поговорим о Дамире. Вот что изменило за неделю, что получилось, что с ним стало, что вы замечаете. Вот, и, собственно говоря... С Дамиром он стал... Я раньше до приезда думала, что он понимание речи на 40-50%, сейчас 100% понимание. Сейчас 100% понимание. В поведенческом тоже. Он очень себя хорошо ведет. И... Что очень хорошо ведет? Вот он в уголочке сядет, тихенько, спокойненько, хорошо себя ведет. Он постоянно просился, когда мы гуляли всей семьей, постоянно на руки просился папе. Постоянно. Сейчас он спокойно от нашего отеля до старого города идет сам и возвращается сам. Своими ногами. Где-то, да? Да нет. Больше. Ну, там 2 километра в один конец, если не больше, и 2 обратно. И внутри еще. И внутри гуляют, да. Сами ходят. Сами своими ногами идут и возвращаются. Вот меня всегда интересует вопрос, потому что, наверное, это как бы вот фундамент, такой основа. Это поведение, давай с Гули начнем, потом этот вопрос к Насте. Это поведение ребенка в среде, то есть в группе людей, скажем, в магазинах, в местах скопления, там, где, может быть, где шумно, где как было и как стало. Вот именно вот здесь, вот до приезда и вот сейчас. Мы когда только-только вот дистанционно познакомились с доктором Давидом, он в таких местах, он закрывал уши постоянно, Дамирка, постоянно закрывал уши. Постепенно лучше. Мы вот вчера были у храма Гроба Господня, были в старом городе. Для тех, кто не знает, это там огромное скопление. Это очередь. Он спокойно сидел на лавочке, ждал своего очереди. Абсолютно все спокойно было. Никаких закрываний ушей, все было. То есть, нормально. Как я понимаю, вы с ним совершенно спокойно можете в любое место прийти, поехать, сходить концерт, да, на праздник. Да. На мы в первые дни, когда приехали, у вас тоже в старом городе, по вечерам там вот концерты, светомузыка,
Он спокойно тоже танцевал, вообще не закрывал уши, реагировал на все это. Настя, а Андрюша? Замечательно. Ну, Андрюша у нас способен был бежать большие расстояния, только если он знает, что он бежит за конфетой, за игрушкой. Если вдруг мы идем в другую сторону, Андрюша едет только на плечах и на руках. А сейчас ребенок абсолютно гуляет, ну, там, где ему, скажем так, не особо интересно, да, в старом городе, там ни качель, ни каких-то детских развлекаловок, да, нет. Мы не забываем, абсолютно что мы говорим о ребенке, скажем, да, 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 не о взрослом. Он идет сам, сам идет. Да, большие постоянно. Толпы людей, нет, да. Он себя очень уверенно и смело ведет. Носит кверху. И, кстати, наши за руку. Дети запоминают дорогу, они знают, куда идти. Да, они знают, куда идти, куда знают идти, дорогу. Они знают. Они не абы идут, они знают, куда идут, да. Идут они. Поведение, ну, однозначно, я просто сейчас понимаю, что я начинаю от него кайфовать. Вот что называется кайфовать, потому что раньше я последние дни, я просто даже не хотела никуда выходить, потому что его поведение, это, ну, это было ужасно. Мы не успели выйти, повернуть в другую сторону или отказать в покупке игрушки, все, он выгибался, он кричал. Сейчас нет, вот, мы не будем заходить чисто, туда, все, прошли мимо спокойно. Чисто такой момент, вот на минуточку, давайте представим себе, что вы... Ну, вот то, что было раньше, да, в ситуации, ну, скажем, там, в магазине или где-то, где есть люди, скажите, они замечали, посторонние люди, которые не знали вас никогда, просто вот прохожие, что у вас дети не, ну, необычные? Моего Дамира замечали, думали, что он избалованный, потому что он убегал. Ну, а Настя не вот загрустила. Невоспитанный. Ну, и так многие говорили, ну, из-за того, что отсутствует речь, говорили, что, может, вы пойдите к врачу, может быть, аутизм. Может, а сейчас? Вот вы идете, вот смотрите, да, прохожие встречаются, там, может быть, где-то общаетесь, где-то находитесь в коллективе. Вот как реагируют окружающие на... Ну, вот на улице, как бы, да, ну здесь все знают, да, что есть какая-то проблема, на улице нет, у меня даже сыночек подошел улице. К маленькой еврейской девочке красивой, поцеловал ее, и, ну, как, нет, я бы не сказала, что кто-то а как-то оборачивается. А мой вчера тоже подошел к детям, они поделились игрушкой, папа принес, он начал играть с мячиком, там. То нет, есть, нет. Абсолютно, вот, ну, вот о чем я и говорю, о том, что ребенок, он получает, он как бы получает возможность входить в коллектив, адаптироваться там, скажем, да, находиться в обществе. То есть вести себя как ребенок, адекватно своему возрасту. Дамир мой вчера даже снял сандали по траве, он босиком, никогда такого не было, это впервые. Он, кстати, у Андрюшки научился, да, он же, да, всегда, да, развивается, да, и он, видно, да, и он увидел. Тоже разулся, и да. Он такой, так радовался. И... Ну вот, как бы, да, и теперь мне интересно услышать вот о чем. Значит, мы поговорили об изменениях за это время, ну вот за последнее время пребывания детей. Еще можно я добавлю? Да, конечно. У меня Дамир, как бы, он не капризничал, вот укладывать его, да, он мог час, два, три часа поворочить, а сейчас 5 минут и все. 5 минут ребенок спит. Ну, у нас точно так же. Это, ну, вы мечта, знаете, какие у нас и спит очень крепко. Я утром встаю. Я утром встаю, спокойно хожу, дела делаю, там шум спит. Пока его не разбудишь, еле его разбудишь. Спит замечательно. Да, я дистанционно жаловалась Давиду не раз на и на качество сна, но качество сна я еще как-то могла. А вот засыпание, это было ужасно, по 1.5 часа. И, то есть я не заставляла его, было видно по ребенку, что он хочет спать, не может уснуть. И мы вот дистанционно, если я вечером дозваниваюсь до Давида, это все. Я знаю, что он заснет за 3 секунды, так и происходило. Но все равно, я же не могу каждый вечер звонить, да, у нас как-то вот нестабильно было засыпанием. А здесь он засыпать может даже с включенным светом. Да, да. Очень быстро, спокойно и крепко, он реально крепко спит. Ну, я утром стою, шумлю. Девочки, дорогие, с детьми у нас как бы, да, все понятно. Давайте мы поговорим о вас, о ваши изменения, вас, скажем, вот как
в женщинах у вас, сейчас вот про изменения поговорим, потом сделаем перерыв. Нет, мы сейчас сделаем перерыв. Да, так хорошо, да, тогда вы подумайте. Да, начальство распоряжается, хорошо. Начальство на время. Вот, да. Да, значит, сделаем перерыв, и потом мы вернемся и поговорим все-таки об изменениях, которые произошли с вами, с мужьями, в ваших семьях. Это все тоже очень интересно. А пока спасибо, отдыхайте, как говорят. На Первом канале не переключайтесь и будьте с нами. До новой встречи.